Итак, вот в такой вот упаковочке у нас поставляется новинка от компании Sunway Man. Фонарь C20C, либо Tomahawk, его второе название. Итак, что мы видим? Максимальный режим у нас 280 люмен, минимальный 15. Дальность соответствующая 139,10. Рантайм 3 часа и 50 часов. Ударопрочность и влагозащита 2 метра и 2 метра. Как бы так. Вот, защита заявлена IPX8 у нас. Максимальная у нас в турборежиме это 450 люмен, как видим. Вот, с обратной стороны у нас как бы особенности перечислены от компании. Вот, ну и давайте теперь познакомимся поближе с начинкой данной коробушки. Вот, внутри у нас лежит, конечно же, сам фонарь. К нему чуть позже вернемся. Три бумажки. Первая из них это просто рекламная. Так же, как и Феникс кладет свой рекламный буклет. Далее гарантийный талон. Ну и, конечно же, инструкция. Вот инструкция у нас вот такая. Она умещается на трех разворотчиках таких вот. Так, ну и основные его особенности. Диод используется у нас XML-O2, 450 люмен максимальный режим. Возможность работы от элементов питания 18650, либо 2 церкви 123. Также, кстати, возможно использование аккумуляторов 16340. Так, теперь что касается режимов. По режимам есть строп и сос, турборежим и три режима с постоянной яркостью. Максимальный, минимальный и средний. Заявленная эффективная дальность у нас свечения 139 метров. Так, рабочий вольтаж его входящий от 4 до 8,4 вольта. Далее вес у нас 57 грамм. Фонарик легкий для своих размеров. Немножко похож на зебру, можно сказать, в этом плане. Вот, и размеры его. Длина 105 мм, диаметр головы 25 мм и 24 мм. Диаметр у нас основной части трубки. Так, тут указано, что в комплекте. Ну и в принципе все из его особенностей. Итак, теперь перейдем к содержимому чехла. Обычно всегда там лежат бонусы. Липучка очень жесткая, надо признаться, на фонаре. Шит он, конечно, простенько, но тем не менее внушает надежности. Итак, что у нас есть внутри? Внутри, как видим, две уплотнительных резинки. Больше они нам не понадобятся. Темляк с карабинчиком. Стоит ограничитель. Темляк сделан из хорошего паракорда черного. В принципе, как и у остальных продуктов Sunway Man. Вот. Теперь, что касается карабинчика. Как видим, в задней части вот здесь у нас есть отверстие, но карабинчик сюда не подходит. Значит, в комплект забыли положить колечко, переходничок, которого здесь нету. Либо забыли, либо его действительно нет. Для этого нужно вернуться к инструкциям и посмотреть содержимое нашего комплекта. В комплекте сказано клипса. Не замечено. Так, лярд, холстер и оринги. Соответственно, его нету в комплекте. Вот. Теперь перейдем к чехлу. Здесь у нас подрезиненные бока. Это очень удобно. То есть чехольчик может у нас растягиваться. Все прошито хорошо. Вот есть даже запас здесь. Шов был завернут туда. Здесь у нас логотип Sunway Man. Под карабинчик есть. И что касается отделения. Здесь под ремень, если надо. Здесь второе у нас отделение. Это закрывается на липучке. Ну и давайте установим фонарик наш.
Вот. Но, в принципе, лезет он достаточно нормально, но так как он у нас неровный весь, то есть не просто цилиндр, а элементы дизайна есть такие выпирающие, соответственно, залазит фонарик сюда чуть-чуть плоховато. Но сидит он очень жестко, то есть вот это под резинку все отлично схватывает. И еще одно отделение, как видим, есть здесь. Что считаю интересной особенностью, потому что до этого такого не встречалось. Вот. С этим закончили. Далее в комплекте у нас есть клипса для фонаря. Надевается она достаточно легко. Вот, и также легко может быть снята. Здесь она ездит достаточно нормально. Вот, ну, как видим, название Tomahawk, модель C20C. Вот наша кнопочка заветная. То, что из обновлений. С обратной стороны у нас есть индикатор низкого заряда. Здесь вот такие проточенные ребра охлаждения. Сделаны вот такие пазы очень удобные. Кстати, все гладко. То есть нигде никаких острых краев не замечено. Ну и также вот здесь тоже у нас есть охлаждение. Ребрышки сделаны. Вот здесь значок, предупреждающий о том, что фонарь нагревается. В максимальном режиме он действительно нагревается, но это летом. Осенью прохладной уже нет такой проблемы. Вот. Ну, теперь что касается внутренности. Как видим, у нас такая вот кромочка есть. Безель стальной. Далее у нас идет стекло с уплотнительной резинкой. Ну и, конечно же, рефлектор. Рефлектор маленький, впрочем, как и у всех компактных Sunwayman'ов. Вот. Далее здесь у нас стоит, как видим, диод XML. Центрирующая площадочка такая, и все закрывается. Здесь у нас есть по окружности такой вот специальный паз для уплотнительной резинки. У нее здесь свое место. Как видим, стеклышко достаточно тоненькое. Ну, собственно, фонарь компактный, он не подразумевает какие-то такие суровые испытания. И никто в нем этого не заявлял. Здесь у нас на корпусе присутствует накатка. Ну, по тому, насколько она цепкая, я бы не сказал, что где-то так. На среднем уровне находится, на троечку. Может, дотянет до четверки. Здесь у нас... Опять же, логотип и название бренда. Также накатка у нас присутствует на хвостокрышке. О, минусовой контакт, как видим, сделан у нас пружинкой. Пружинка мягковатая. Далее, здесь уже, как говорил, отверстие под темляк, либо, ну, по большому счету, под колечко, конечно, переходное. Вот, а далее уже идет на темляк. Как видим, здесь поверхность ровная, то есть фонарь будет у нас стоять. Что касается резьбы, то резьба у нас, как видим, очень низкая по профилю. Вот, она сухая полностью, стоит одна уплотнительная резинка. И, честно говоря, мне данный фонарь по резьбе напомнил Ксена. Они в этом плане очень похожи, что у одного резьба еле заметно, что у другого. Ну, также стоит добавить, что... У нас, как видим, резьба полностью анодирована, то есть контакт идет по торцу резьбы. Вот тут немножко грязи есть, которая может влиять на хороший контакт. Вот. Что касается плюсового контакта, то можно заметить, что он у нас сделан пружинкой. Аккумулятор 18650, как видим, входит он достаточно хорошо сюда, запаса практически нет. Возможно, будут проблемы с защищенными элементами питания в китайской оболочке, те же Panasonic и так далее. Вот. Ну, резьбу, конечно же, надо будет здесь смазать, потому что сухо. Вот. И такой неприятный немножко звук идет. Далее, в фонаре есть еще одно место разбора вот здесь, но его фирма, судя по всему, проклеила. Клипс очень жесткая. И, как видим, кончиком она трется об вот этот выступ. Соответственно, могут быть проблемы со временем. То есть, когда мы фонарь поворачиваем, клипсу и так далее, вот здесь будет протерто. То есть, наше анодирование сотрется. Хоть оно и заявлено в самой высокой степени на данный момент, но тем не менее.
Ну и теперь про органы управления фонарям. Самое интересное здесь заключается, у нас есть одна кнопочка, она относительно корпуса выпирает чуть-чуть на миллиметр. Вот тут такая стальная окантовочка у нее есть с точки зрения дизайна. Вот, ну и теперь включим наш фонарь. Итак, когда мы удерживаем кнопку, он у нас работает в турборежиме, и отпустили, фонарь погас. То есть это длительное нажатие. Теперь короткое нажатие. И при коротком нажатии он отключается. Еще раз. И теперь долго держим. Вот. И наши режимы пошли меняться. Как видим, три режима всего. То есть максимальный, минимальный и средний. Это наш минимальный режим. Ну, может, чуть-чуть она избыточная, конечно, но в принципе хорошо, что есть такой минимальный режим. Можно было бы сделать чуть-чуть его ниже. И теперь есть еще два скрытых режима у нас. Это строп и SOS. Вот. Что касается их, нужно двойное быстрое нажатие. Вот, и мы переходим сразу в строп. Строп у нас постоянная частота. Частота достаточно высокая. Для того, чтобы заменить данный режим на SOS, еще раз двойной клик. Как видим, мы перешли в SOS. SOS по времени достаточно у нас такой быстрый. Отсюда можно либо выключить фонарь коротким нажатием, либо перейти в режим постоянной яркости. Для этого нужно удерживание. Вот, как видим, мы перешли. И опять длинное удерживание. Мы бегаем по режимам. Вот такое вот интересное управление фонарем. Ну, короткие нажатия, они действительно очень короткие. То есть, тут уже, наверное, ближе к геймерам. Вот, поклонники шутеров оценят это. Каждый у нас клик, такой есть щелчок. Вот, это, в принципе, все, что я хотел сказать вам по данному фонарику. Впечатление оставляет очень приятное. В руке фонарь компактный, но есть и странный минус такой, из его особенности. Честно говоря, не очень понятно мне вот это назначение, потому что фонарь, а в основном-то держим его вот так вот, и у меня получается палец как раз закрывает данный диодик, который должен меня предупреждать о том, что заканчивается время работы фонаря, потому что сел аккумулятор. Но как это он будет делать, не особо ясно на данный момент. Потому что, ну вот, например, я ношу фонарь вот так. То есть мне вот так удобно. Я не хочу, например, опускать ниже, потому что мне это менее удобно. Тем более здесь есть такой выступ, за который может прицепиться палец. Вот, я считаю, это немножко фейк. Лучше бы, конечно, они сделали, например, как в FL33 от Luxor C. Все-таки по кругу вот здесь расположили диод. Либо кнопочку сделали, допустим, полупрозрачную, не черную, но какого-нибудь другого цвета выбрали. И чтобы через нее, допустим, светился индикатор. Это было бы все-таки немножко лучше, я считаю. Итак, сейчас перед нами фонарик. В него вставлен элемент питания 18650, но он разряжен. И крышка недозакручена. Давайте посмотрим на реакцию фонаря. Как видим, только контакт замкнули, сразу у нас срабатывает индикатор. И давайте включим теперь фонарь. Вот, как видим, у нас пока фонарь работает, индикатор мигает. Что касается режимов, то, как видим, наш фонарь не переключается, к сожалению. Работает только минимальный режим. Ну вот, в принципе, и все. После отключения, как видим, он у нас моргает некоторое время, после чего отключается. По времени примерно так же, как от разрыва контакта. И
вот снова разорвал контакт и опять замкнул. Вот так вот это работает. Но опять же, вот у нас замкнули. К сожалению, мы вот так идем, то видно это практически не будет. Потому что все-таки закрывается пальцем. Вот тут очень удобное место для пальца.